Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я хотел бы проанализировать результаты, полученные с помощью Форекс-робота DaVinci на 14 торговых счетах. Многие люди в интернете интересуются темой создания пассивного дохода. И, казалось бы, предложений такого плана в интернете огромное количество, выбирай не хочу. Какое-то время такие проекты работают, выплачивают инвесторам обещанные проценты, но в какой-то момент выплаты прекращаются и компания закрывается. И чаще всего она закрывается потому, что изначально являлась завуалированной финансовой пирамидой, которая только делала вид, что она реально занимается какой-то финансовой деятельностью, а по сути работала как финансовая пирамида. Когда вы имеете дело с Форекс-роботом, вы открываете счет в надежной брокерской компании, которая работает на рынке уже давно, размещаете ваши средства на вашем счету в брокерской компании и устанавливаете торгового робота, который на этом счете совершает сделки. При этом, во-первых, создатели робота не имеют никакого доступа к вашему счету, они не могут украсть ваши деньги, заблокировать вам вывод или сделать что-то подобное, а в инвестиционных компаниях это происходит сплошь и рядом, это раз. И второй момент, что вся торговля, все сделки, которые совершает робот, происходят на ваших глазах под полным вашим контролем. То есть вы можете на 100% быть уверены, что это торговля на рынке Форекс, а не какая-то очередная легенда. Торговля на этом счете с установленным роботом DaVinci продолжается с 16 февраля 2018 года. Таким образом, на данный момент уже почти 21 месяц. Если посмотреть доходность на данном счете по месяцам, как видите, доходность весьма сильно отличалась. Были месяца, когда доходность была в районе 10%, были месяца с доходностью выше 20%, и вот, например, в ноябре 2018 года доходность составила почти 40% за один месяц. Вот доходность по месяцам за 2019 год. Как видим, средняя ежемесячная доходность на данном счете составила 15%, а итоговая прибыль с учетом капитализации, то есть сложного процента, составила уже 1928%. Прибыль на данном счете составила 150%, 496%, 139%, 192%, 107%, 129%, 137%, 71%. Данный счет был открыт 9 ноября 2018 года, а сегодня у нас 11 ноября 2019 года. Таким образом, данный счет работает уже год. Суммарная прибыль с учетом капитализации на данном счете составила 522% годовых. И заметьте, это не хайп, не пирамида, это реальная торговля на рынке Форекс. 140%, 84%, 92%. Если мы сведем данные всех этих счетов в одну таблицу, то мы увидим следующее. В первой графе, в первой колонке вы видите название счета. Во второй колонке указана дата, когда началась торговля на этом счете. В следующей колонке показана прибыль в процентах. В следующей колонке указана прибыль в долларах. Вы можете спросить, почему, например, в трех ячейках здесь поставлены прочерки. Это потому, что владелец счета решает, какие данные он готов предоставить, какие нет. То есть на этих трех счетах сумма прибыли в долларах не указана. То есть она как бы закрыта. И, наконец, последняя колонка указывает, на протяжении какого времени ведется торговля на данном счете. И если мы все это просуммируем, то увидим, что суммарная прибыль на этих 14 счетах в процентах составила уже 4385%. В долларах это получается 24 199 долларов, за исключением вот этих трех счетов, информации о которых у нас нет. И, наконец, что торговля на всех этих счетах суммарно ведется уже 134 месяца. А это, согласитесь, уже достаточно большой срок, потому что если мы говорим о торговле на рынке Форекс с использованием робота, то, возможно, вы слышали о такой проблеме, как сливы счетов, когда
На рынке возникает неожиданная ситуация, к которой робот оказывается не готов. Если мы посмотрим последнюю колонку, то увидим, что на некоторых счетах робот торгует уже 9 месяцев, даже 11 месяцев, 12, и на одном счете уже даже 21 месяц. И при этом он торгует с хорошей прибылью и не сливает счет. Это, безусловно, отличный показатель хорошей стабильной работы. Что касается стоимости робота, представлено 4 вида лицензий. Лицензия за $250 позволяет иметь на депозите до $2000, лицензия за 500 позволяет иметь до $5000, лицензия за 1000 позволяет иметь до $15000, причем у вас 2 лицензии и вы можете иметь 2 счета по $15000 на каждом, итого суммарно $30000. И наконец, лицензия за $2000 позволяет иметь 2 счета по $50000 на каждом, суммарно в итоге $100000. Лицензии годовые, то есть их стоимость оплачивается раз в год. Таким образом, имея Форекс-робота DaVinci, вы можете иметь полностью пассивный доход, потому что операции на вашем счете совершает робот DaVinci, но также вы можете зарабатывать на приглашениях. Есть партнерская программа, в которой заложено несколько видов бонусов, например, бонусы с первого уровня от 10 до 20%, бонусы со второго уровня от 3% до 7%, также существует бинарный бонус от 3 до 11% и матчинг-бонус с 5 уровней от 5 до 10% и, наконец, лидерские пулы от 1 до 4%. Таким образом, имея робота DaVinci, вы можете зарабатывать на пассиве, никому ничего не продавая. Или, если есть желание, вы можете зарабатывать на рекомендациях, поделившись с вашими знакомыми результатами, полученными с помощью робота DaVinci. Более подробную информацию вы можете получить по ссылке под этим видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.